Лайк плюс подписка. Всем привет, ребята, и с вами, как всегда, я, Ананасик, и в этом ролике я проверю секретные мифы в Чикенган. Ну и, конечно же, если вам не сложно, то подпишитесь на мой канал и поставьте лайк. Ну а я погнал к своему видеоролику. Ну и первый миф заключается, ребята, в том, что на карте лавы можно долететь до планеты Земля. Поэтому давайте сейчас это проверим. Берем, в общем-то, обычную ракету и попробуем долететь до нашей планеты Земля. В принципе, я думаю, что миф правдивый, потому что здесь и так видно, что спокойно можно долететь до этого места. Ну и как мы видим, ребята, да, я долетел до этой планеты. Это очень крутой миф, ребята. То есть реально он правдивый и работает. Вот, мы реально даже просто сквозь планету зашли. Ребята, это просто топовый миф. Ну и последний миф гласит то, что на карте Хаус, если стрельнуть во все кнопки на компьютере, то он включится. И давайте это же проверим. Мы давайте долетим до нашего компьютера, как мы видим, он находится вот здесь. И в принципе давайте, не знаю с какого места даже будем стрелять, я думаю это без разницы, ну давайте лучше вот здесь. Так будет удобнее, стреляем во все кнопочки. И в принципе так, все, в эту стрельнули и в эту тоже стрельнули. Ну и в принципе, как мы видим, что-то странно, не работает что ли, или это реально неправдивый миф, ребят. Ну что-то мне кажется, это ложный миф, поэтому, ребят, ну вот такие у нас на этот ролик мифы. Ставьте лайки, ребят, подписывайтесь на канал, ну а с вами, как всегда, был я, Ананасик. Пишите комментарии, всем пока-пока. Лайк плюс подписка.